Страны ЕС собираются передать Украине 1 миллион снарядов, однако в настоящее время организация ищет способы получить такое большое количество. Германия намерена сделать для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, что составляет четверть общего количества, которое планирует предоставить страны Евросоюза для нужд украинской армии. Известно, что производить боеприпасы будет компания Rain Metal. Отмечается, что компания может выпускать 450 тысяч артиллерийских снарядов в год. 350 тысяч из них могут быть сделаны в Европе. В перспективе Rain Metal ожидает значительного увеличения производства в области артиллерийских боеприпасов и производить около 600 тысяч снарядов в год, отметил представитель компании. Согласно договоренностям, достигнутым между странами ЕС, для частичного возмещения расходов окончательный сбор снарядов должен происходить на территории Европейского Союза. При этом компоненты могут поставляться из других стран. Напомним, что правительство ФРГ инициировало закупку самоходных артиллерийских установок для пополнения запасов Бундесвера после того, как техника была передана Украине. Великобритания направила Украине 1000 снарядов для танков Challenger 2, в том числе с объединенным ураном.